друзья, сегодня я вам покажу, как можно научиться ездить на скейте. Этот скейт сделан из сверхпрочного пластика. Есть даже на ютубе видео, там где на него наезжает машина, и она просто проезжает, и скейт в полном порядке. Вот здесь ребра жесткости. Они уже чуть-чуть стерты, потому что я очень крепко катался. У него колеса мягкие, они сделаны для того, чтобы просто ездить, а не для того, чтобы там делать финты какие-то и крутые трюки. Этот скейт стоит от 40 до 50 фунтов, и он круизер, типа круизер. Сейчас я вам покажу, как на нем начать держать баланс. Значит, сначала надо встать на скейт вот здесь, не упираться в вот эту вот загнутую часть, надо становиться вот так. Сначала надо привыкнуть к скейту. У него очень мягкие колеса, поэтому он будет очень хорошо скользить по дороге. Потом сначала не надо очень быстро заняться, только чуть-чуть отталкиваемся. Потом ставим переднюю ногу на скейт. Я вам показал начальные азы, чтобы вы могли привыкнуть стоять на скейте. Для первую ногу ставить вот так. Вторую ногу мы ставим желательно вот так. Потом мы поворачиваем вот эту вот ногу, не снимая ее со скейта, поворачиваем пяткой. И вот так вот у нас каждая нога над двумя колесами, и мы можем управлять. Если мы наклоняемся вперед, мы едем вправо, а если наклоняемся назад, то влево. По мере того, как вы научили держать баланс, потихоньку увеличивайте скорость. Старайтесь сразу не разгонять скейт и не делайте резких поворотов, так как есть риск падения. В принципе, я сейчас только учусь кататься, и это все, что я вам хотел сказать. Но если у вас будут какие-то вопросы, пишите в комментариях. На сегодня со скейтом все. Как обычно, не забывайте ставить лайки. Подписывайтесь на канал, не курите сигареты, не употребляйте алкоголь, и наркотики тоже не надо. Пока.